Военные полицейские Северного флота отметили первый юбилей ведомства праздничными концертами и началом боевой учебы. Так совпало, что в один день, 1 декабря, в войсках стартует учебный сезон, а военные полицейские отмечают профессиональный праздник. Служба остается службой, поэтому дежурство и тем более тренировки никто не отменял. Например, в Печенге представители ведомства, как и положено, организовали сборы. Один из этапов – задержание условного террориста, планирующего взорвать мост. После слаженной учебной операции не стыдно выслушать поздравления. Большой концерт был подготовлен для военных полицейских Печенского гарнизона в Доме офицеров. Перед военнослужащими выступили самодеятельные артисты и творческие коллективы. Три розы белых, белых лягут на стол. Три розы черных обжигают мне руки. Три розы белых, белых – это любовь. Три розы черных, черных – это разлука. В этом году военной полиции исполнилось 10 лет, однако история ведомства имеет глубокие корни. Например, в Печенге создали первую комендатуру еще в 44-м году. Сегодня военная полиция – это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознаний и еще отдельные специальные подразделения. Они предназначены для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, обеспечения в вооруженных силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, охраны объектов вооруженных сил, а также в пределах своей компетенции для противодействия преступности. В честь праздника лучшим сотрудникам военной полиции вручили ведомственные награды. Офицеры, россияне, путь свобода воссияет, заставляя